Компания Евросемена представляет перец сладкий «Князь Серебряный». Это раннеспелый холодостойкий сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Вегетационный период 80-100 дней. Растение дает плоды с массой 95-110 грамм и толщиной стенки 6-6,5 миллиметров. Вкус отличный. Рекомендован для использования в свежем виде и консервирования. Номер партии 1985, количество семян 0,3 грамма. Ноль четыре грамма на весах.